Подрыхтовка до Нового года почалася. На площади Леніна у Гомелі стартовал монтаж головной елки в области. Як и ранее, она будет штучной. Зараз собирается металлический каркас. Позднее на им появятся тысячи елочных галинок. Завершальным этапом станет упрыгоживание новогоднего древа светловой иллюминацией и цацками. Цветочными огнями зеленое прихожуня зазяє у середине снежня на урочистым открытии.